said you didn't receive. You said Mike, you didn't will need. That girl is a real proud piece. Хей, Ютубу, хей, ВК, с вами я, Патриот Вайда. Сегодня мы с вами продолжаем играть в моды на Steam, то есть модных Hellneighbor в Steam. И да, сегодня уже второй мод. Не, ну а что типа делать, если на обычных Hellneighbor модкит еще не выходит никаких модов, так что да. Да, мне кажется, ничего плохого в этом нет, учитывая то, что я давно не снимал уже мод на Steam. Так, я там услышал там странные звуки в доме соседа и... И пошел, типа, нам исследовать. Какого черта в дороге растет дерево? Какого черта? Нет, типа, обычно, ну, знаешь, как бы, ну, вот так вот, знаешь, обычно. Ну, как бы это сказать, деревья срезают на дороге, то есть, и как бы, ну, вот это вот все, как бы, чтобы асфальтом там покрыть, вот эта фигня, ну, никак не вот так вот делать, потому что, ну, как бы, ну, знаешь, вот так вот... Машина будет ехать ночью, не заметит, и, ну, как бы, не очень приятно, на самом деле, будет, так что, видно, те, кто делали эту дорогу, были какие-то дебилы, прям конкретно, просто имбецилы, наверное, это так, потому что по-другому я это объяснить не могу, какой-то дом, на самом деле, странный, ох, ебать, Димон, да, это по-любому Димон, потому что такой странный дом мог построить, вернее, такой вот, не как сказать, странный дом в плохом смысле, не то, что в плохом смысле, а в таком, странный дом в странном смысле, да, мог построить только Димон. И какого черта у тебя там цветок растет в доме? Чувак, ты че, долбанул что ли совсем уже? Ладно, до свидания. Скотина, поймал меня. Не, серьезно, в его доме вообще нет окон. Счастливо тебе поспать. Просто, мать его. Я так полагаю, на вниз, но подожди, а вдруг тут еще что-то есть? Ну-ка, вот это что за дверь? Ванная. Ну, у нас никуда, собственно, не идет, так что... Ну, походу, на вниз, погнали вниз. А чё бы нет? Вниз. А, мне придется... А, нет? Серьезно, нет? Окей, я думал, что мне придется уже самому загружать. Тогда ладно, тогда все, тогда молчу, все, не выкую. Так, вот мы очутились в подвале. Подвальчик, хе-хе. Так, у нас есть тут фонарик. Так, не... А. Подожди, зачем этот рычаг? Ладно, я открою, пожалуй, рычаг. Не понял, подожди, а... Подожди. Там режь... Чё, блядь? Чего? Что я открыл? Типа, я понял, что этот рычаг как бы открывает вот эту вот решетку, но а чё этот открыл? Ладно, окей. А, вот. Вот куда мне нужно. То есть вот здесь мне нужна ключ-карта и ломик. Или молоток, не знаю, что будет. О, ключ-карту я уже нашел ключ-карту. Слушай, я чё как-то слишком быстро справляюсь. Я не думал, что этот мод будет настолько быстрым. Он чё, будет настолько быстрым, что ли? Слушай, ну на самом деле будет очень прям вот вообще не весело, если он прям будет супер быстрым. Ну реально. Че у нас там? Че у нас там? Ничего у нас там нету, понятно. А в машине что-нибудь есть? Это открывается? Нет. А тут что-нибудь есть? Ничего здесь нет. Окей. Может, за плакатом лежит? И типа все что ли, или что, или еще не все. Там просто еще какие-то вроде как карты были по этому моду, так что я не знаю. Поживем, сейчас увидим. Нет, все. Ну что ж, ну... Но я ничего на самом деле о моде вообще сказать не могу, то есть... Не, вообще на самом деле мод стандартный, он типа неплохой... И не прям какой-то хороший, типа просто стандартный, он очень короткий, он очень короткий. Не самый короткий, я видал моды и покороче, но они были и похуже.
Но он один из самых хороших. Так, ладно, типа, написано спасибо за это, за игру. Так, он тут пишет, типа, благодарности. И, типа, здесь побольше это самое, короче, там, этой линии, этой истории, короче. И там у нас стоит сосед и закопал кого-то. Надеюсь, не меня, но он кого-то там закопал. Собственно, вот и все. Вот как-то вот так вот, ребят. Собственно, вот так вот. Такой вот странный мод. Он, ну как, не то что странный, но такой, типа, в основном вообще стандартный, но он очень короткий. Он очень короткий. Я видел, конечно, моды и покороче, но он очень короткий в любом случае. Ладно, ребят, вот такое вот коротенькое видео. С вами был я, Apple 3.2, и всем пока.